Such a waste. Looking on the city lights, flashing bright in my eyes. Look up to the sky and I got this relief inside. And there's no need to hide. I'm going all the way up. Еще добавим физики, будет у нас как бы сейчас сборники, многие приехали, такой период переходный от сезона сборников к клубному, поэтому будем добавлять, я думаю, в этом элементе. Плюс сыгранное взаимодействие, характер, дух, я думаю, еще добавим. Я думаю, что находимся в одинаковых условиях. У всех команд есть сборники, которые приехали. У всех сейчас этот момент притирки и сыгранности стоит на первом месте. Вот, поэтому здесь и сейчас мы оказались сильнее, отработав хорошо в атаке, чисто. И на блоке очень хорошо. Вот. И была задача такая, чтобы выдержать прием. Все-таки три силовых подачи у «Динамо» Казани – это приличная сила. Да, для Казани этот результат неудовлетворительный, потому что мы не взяли ни очка, ни партии, то есть 0-3, но по наполнению это была, ну, все равно лучшая из предыдущих там двух-трех игр, даже того турнира в Туле. То есть это на данный момент действующий чемпион России. Очень слаженная команда, потрясающую игру провели легионерки. То есть мы ни разу не справились со Смаржик, с Мальвиной, и это принесло им такой результат. Хорошее у нас взаимодействие блока защиты, и мы сделали просто сегодня меньше ошибок, нежели на той стороне. Здесь сейчас мы победили, девчонки молодцы, но обольщаться мы не будем. Впереди еще длинный сезон, вот. Поэтому все еще впереди. Будем работать, это только начало турнира, поэтому мы все равно, да, держим позитив, оптимизм и в голове необходимость хорошего результата.